Бассейн на улице Октябрьской построен, но пока не введен в эксплуатацию. Причиной являлась ошибка в проектно-сметной документации. При этом проект был утвержден государственной экспертизой. Как стало известно вечернему Магадану, спортивный объект не запущен из-за отсутствия системы дымоудаления в случае срабатывания пожарной сигнализации. Это стало известно где-то в ноябре месяце. Мы дорабатывали проектно-сметную документацию. Сейчас она уже закончена. Поступили с завода-изготовителя с Новосибирска последние датчики и клапана сработки. И должны на этой неделе закончить весь монтаж и перейдем уже к документальному оформлению и сдаче объекта в эксплуатацию. Техническое решение, примененное на данном объекте, реализовано впервые. Традиционная система включала в себя подсистему оповещения и пути эвакуации, по которым люди покидали помещение, выходя на улицу. Но для бассейна, где люди находятся в воде и лишь в купальниках и плавках, такая модель не подходит, особенно в зимних условиях. Новая система будет работать следующим образом. Внутри бассейна определены помещения для эвакуации людей, и в случае возникновения пожара в этих помещениях включается система обратной подачи подогретого воздуха, который выдавливает возможный дым. Таким образом, эвакуировавшись, люди будут находиться в теплом обездымленном помещении.